Алтайский край, Куриинский район. В 8 километрах от села Колывань расположено озеро Маховое – памятник природы федерального значения. Статус водоема присвоен в 1998 году. Глубина Махового не превышает 2 метров. Это очень компактный водоем, его длина всего 33 метра, а ширина чуть более 20. Очертания береговой линии формируют мелкозернистые гранитные валуны необычных на грани фантастики форм. Мелкозернистый гранит образуется на большой глубине земли при медленном охлаждении. Складки гранита разделены мелкими трещинами, возникшими, вероятно, под воздействием водной и ветровой эрозии. Ученые считают, что озеро Маховое и прилегающие к нему скалы возникли из-за тектонических сдвигов земной коры. Из года в год уровень воды в Маховом понижается, его постепенно поглощает растительность. На дне образуется торфяной слой. Озеро медленно превращается в болото. Ученые предполагают, что это произойдет всего через 100 лет. Летом вода в озере Маховом хорошо прогревается. Озерная гладь покрывается кувшинками. Впрочем, любители купаний должны знать о том, что в озере водятся пиявки. В Маховом также живет остромордая лягушка. Ее присутствие, так же как и пиявок, свидетельствует о том, что вода в озере чистая, несмотря на буйную водную растительность. Несмотря на камерные размеры, Маховое популярно у рыбаков. Озеро славится карасями. Рыбачить на Маховом можно прямо с берега. В своих отзывах туристы нередко отмечают, что на большой улов вряд ли можно рассчитывать, но на уху наловить вполне реально. Особенно людно здесь летом. К Маховому озеру сотнями съезжаются паломники из разных уголков России и не только. Это связано с тем, что гора Синюха и ее окрестности являются святынями для православных. Около века существует поверье, что искупавшийся в Маховом человек смывает все грехи за год. Доехать до Махового озера под силу только внедорожникам. Большую часть пути занимает грунтовая дорога, затем начинается резкий с ухабами подъем в гору. Многие автомобилисты оставляют машины внизу и оставшийся путь проделывают пешком. Наиболее подходящее время для посещения озера – лето. Желательно предварительно изучить прогноз погоды, чтобы перед и во время путешествия не было продолжительных дождей.